Вот так, робко и неуверенно, пытаясь удержать равновесие, неходячие дети делают свои первые шаги. Это стало возможным благодаря всероссийскому проекту «Малыш, ты можешь». Он стартовал в комплексном центре реабилитации «Реутовский» на прошлой неделе. Очень символично, что сегодня первая площадка, первая всероссийская площадка, 7 из которых будет открыта по всей России, открывается именно здесь, в нашем центре «Реутовский». Потому что именно здесь начинался наш проект, именно здесь вырисовывались те направления занятий и строилась та методика, по которой мы занимаемся на этом замечательном оборудовании. В рамках проекта «Малыш, ты можешь» в центр «Реутовский» было передано уникальное реабилитационное оборудование. Модернизированный многофункциональный вертикализатор «Катюша» со специальными роликовыми коньками. Автор методики по использованию тренажера – реутовчанка, многодетная мама, талантливый реабилитолог, известный как в Подмосковье, так и в столице, Ольга Парамонова. Методика предполагает занятия с детьми, имеющими двигательные нарушения. Практически любой ребенок, который не имеет тяжелых ортопедических осложнений, имеет возможность заниматься на этом оборудовании. И те результаты, которых мы уже достигли, занимаясь на подобном оборудовании, позволяют говорить о том, что это оборудование, методика работает, помогает. И мы надеемся, что проект будет масштабирован, и мы сможем помочь большому количеству детей. Конструктор-изобретатель многофункционального устройства «Катюша» Константин Пономарев. Его разработка не имеет аналогов в мире. Тренажер позволяет задавать направленность движений нижних конечностей человека. При этом, благодаря специальным пружинам, исключено пересечение ног во время хождения. Отлично. Головку поднимай. Вот так. И пошли. Пошли. Раз. Давай. Кроме того, занятия на таком оборудовании положительно воздействуют не только на вестибулярный аппарат, но и опорно-двигательную, мышечную, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. А также улучшают обмен веществ в организме. Кстати, заниматься на тренажере могут как дети, так и взрослые. Данное оборудование отличается универсальностью, потому что позволяет работать, скажем, от 2 лет и выше. Максимальный рост человека был 195 и вес 120 килограмм. Поддерживает и финансирует проект «Малыш, ты можешь» компания «Ротари Клаб». По словам руководителя комитета фонда «Ротари» Анны Тумановой, вертикализатор «Катюша» обошелся им в 175 тысяч рублей. Мы, когда только включились в этот проект, мы не очень сильно верили, что вот вроде, казалось бы, такое простое оборудование может творить такие чудеса. Вы посмотрите на видео ребят, которые вот в этом проекте участвуют. 3, 6, 9 месяцев вы видите абсолютно других детей. Абсолютно. То есть если ребенок приобретает свободу двигательной активности, он абсолютно иначе воспринимает не просто свое тело. Биомеханика – это только одна часть. Он мир по-другому воспринимает. У родителей вырастают крылья. Мы от всей души благодарим наших коллег за предоставленный подарок в виде инновационного проекта и аппарата «Катюша» – вертикализатор, который будет пользоваться большим спросом в нашем центре. Чудо-вертикализатор «Катюша» действительно ставит на ноги. Эти слова подтверждают сами пациенты. Ведь с помощью уникального оборудования удалось поменять жизнь уже десяткам детей. Результат, ну, налицо, да, мы были совершенно гипотоничные, мы были не вертикализованы совершенно. Вот, а теперь мы ходим, практически бегаем, и вот достаточно активные дети. И все вот благодаря именно Ольге Владимировне и этой фантастической разработке. Сейчас на вертикализаторе «Катюша» занимаются малыши не только из Реутова, но и Балашихи, Люберец, Химок. Оборудование востребовано у детей с ДЦП, мышечными артрофиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями и отсутствием одной из нижних конечностей. В ближайшее время в центре «Реутовский» появятся еще 2 специализированных беговела, занятия на которых начнутся уже весной. Дарья Галакова, Сергей Сомов, телеканал ТВ «Реутов».